Медовая охота. Ну да, опять начинается дичь с пчелами. 180. Это, правда, не побило рекорда с какой-то там ранней мультивселенной 190 с чем-то. Но это все равно и не слабо. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Рязанов Матвей. Я приветствую вас в 10-й серии с прохождением новой части мультивселенной. С вас обязательно лайк, подписка на канал, если ее еще нет, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать еще много новых интересных видео на канале. Ну а я уже не буду тянуть, и давайте начинать. В этой серии мы с вами выиграем, во-первых, сундук с 10 скидками и еще часть комиксов. И поехали! Ну что же, фиолетовая с плиткой из босса. В принципе, сложноватая цель, да, уровень выглядит не очень так радостно. Но окей, ничего, к сожалению, не сделаешь, нужно его выигрывать. Кстати, если вы вдруг увидите 9-ю серию, ссылочка на нее есть либо справа сверху, либо в описании к видео. И еще есть в описании к видео ссылочка на с абсолютно всеми сериями и частями мультивселенной, можете смотреть с самого начала, если вообще не видели ни одной из серий. Окей. Гидран идеально тут стреляет, хорошо. Ну давай, расчисти тут все. Хорошо, чили. Нормально, он так вытянул, кстати. Сейчас бы чили не кинул, ясное дело. Сюда. Ну, плитка легко сделается. Здесь нужно с боссом разобраться, и в принципе все. Оп, хорошо. Сюда. Можно тут рвануть уже сейчас, в принципе, с конвертером можно снимать. И именно вот сюда. Опять две бомбы, опять Майл, сейчас уже в какой раз. А давайте, кстати, здесь и рванем. Скорее всего, сейчас две эти сделает, если он живунов не выкинет. Не выкинул, это хорошая новость, и плитка делается. Но какие-то шансы есть. Вряд ли, я его уложу за эти ходы, к сожалению. А хотя... Если этого хватит, а этого, мне кажется, что хватит, то да. Отлично. Но награды вообще ужасные. Синие 2 часа вип-статуса. Ну что это такое за дичь какая-то? Хорошо, 10 слитков. И другие неплохие награды. И комикс сразу же. Ну и смотрим, что у нас тут случилось в комиксе. В общем, все жуки собрались рядом с костром, еще вот этот Хоуи, непонятно откуда вышел. И они с Темпером напевают какие-то мотивы об этой истории, что типа у слизней есть вот этот ор, да, и так далее, что им нужно зелье, чтобы как бы, ну можно сказать, для их мастера. Им нужно зелье, чтобы взять его для их мастера. Вот как-то так. Медовая охота. Ну да, опять начинается дичь с пчелами. 180. Это, правда, не побило рекорда с какой-то там ранней мультивселенной 190 с чем-то. Но это все равно и не слабо. И всего-то, как мы видим, две ракеты. Ну да, это очень сложный уровень. Ой, куда? Ну, неплохо, в принципе.
сейчас все это взорвется там. О, слиток. Единственная хорошая награда здесь. Снова Хоуи, Лось, Майлз. Ну, по кругу, в общем-то, все идет. Морожковая бомба. То 6 на 11 ходов, ну нет, ну какие-то, знаете, минимальнейшие шансы есть, но я думаю, что это нереально сделать. Морожка еще одна. Здесь вот. Морожки. Ну, с морожками, в принципе, шансы увеличиваются. Не прям, чтобы сказать, вау, сильно, но да, все же увеличиваются. Хорошо, сейчас вот здесь. Я думаю, что, ну, можно, в принципе, с морожкой здесь снять. 44. Окей, здесь работает. Есть шансы. Здесь есть абсолютно вообще все шансы это выиграть. Ну, давайте мы куда-нибудь вот сюда, наверное, опустим. Семнадцать. Сюда. 9 штук, ну уже вообще реально выиграется. Еще и это делает 2. Оп-оп, в принципе, все. Ну да. Минус 4, к сожалению. Но, увы, тут мне слитков не дали. Ну, значит, 1 мне, конечно, выдали, но этого слишком мало. И поэтому минус 4. Я еще и вышел тут случайно. Назад заходим. И еще один уровень остался. Еще стоимость не поднялась, но вот со следующего начнется жесть. Ракеты и ракетки. Ну, короче, в принципе, знаете, вроде как будто он выглядит несложно, но все-таки он адский. Здесь ракетница вот есть тут слева, есть справа. Они никак между собой вообще не совмещены. И нужно расчистить эти в центре. Но они расчищаются очень сложно. Здесь это какая-то бомба и даже, в принципе, не одна. Да, а ходов, как видите, уже остается не так, чтобы сказать, прям много. Ну, нормально, одних синих насыпало и как бы окей. Ну вот, ракетница одна из них не сработала, а, ну две. И как бы, ну все. А мне надо еще 76 пчел сделать, и как я это должен как бы выполнить? Не знаю, что там на уме у разработчиков насчет этого вот именно уровня. Мне вот кажется, что он сделан, ну, нереально. Именно в прохождении за нормальные ходы он нереален. Здесь надо или с мегаусилителем каким-то играть, я даже не знаю с чем, чтобы его вот нормально выиграть и ложиться в эти ходы. Я тут вот еле-еле вот все это расчищу. И то даже не все. А про то, чтобы это выиграть, не идет и речи. Ну хорошо, вот сейчас фиолетовый нормально выпал, в принципе. О, сейчас что-то, да, расчистилось, тут убралось, да, сейчас неплохо. Морожка не особо хорошо. Давайте вот сюда. И не сделаю две. Ни одну еще сбила специально. Ну, плитку сейчас, да, я, в принципе, сделаю. Раз, два, 4 плитки. Ну и пчелы. Ну, как бы я, наверное, вложусь 5 ходов, я думаю. Но не точно. Да. Все, с плиткой разобрался, окей.
И пчелы остались. Ну, пчелы это, конечно, весело. Ничего тут не скажешь. 9. Сюда. 8. Ну вы что, шутите что ли? Сейчас еще не пройдется. Ну, по идее, все. Минус был не слабым, но окей. Ничего я тут, увы, не могу сделать. И сейчас я ради интереса гляну, сколько же стоит следующий уровень. Я думаю, что 10 слитков. Смотрим. 7. Ну, в сравнении, конечно, со второй частью мультивселенной это дешевле, но с другими нет. Но все равно не прям какая-то заоблачная цена. Что ж, на этом эту серию мы с вами закончим, а уже в следующей я открою еще один сундук с еще одной частью комикса. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если ее еще нет, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на моем канале. И как всегда, для вас цель, для выхода следующей серии вам нужно набрать 18 лайков. И еще на один лайк цель стала сложнее. Но все стандартно, вы ее выполняете, и сразу же выходит новая серия. Ну а с вами был Рязанов Матвей, всем до новых встреч и пока-пока.